Друзья, всем привет! Я к вам сегодня с вкусными закусками, тарталетками из морепродуктов. Готовится быстро и просто и будут украшением любого праздничного стола. Для первой начинки беру отварное яйцо, натертое на крупной терке, консервированный тунец в собственном соку, можно и в масле, ничего страшного. Свежий огурец, нарезанный кубиками. Я немного удалила семена, чтобы начинка не была такой водянистой. И измельченный зеленый лук. Помещаю все продукты в миску, солю, перчу. Добавляю майонез и всю массу хорошо перемешиваю. Вот посмотрите, какие у меня тарталетки. Они маленькие, на два укуса. Но зато они из песочного теста и гораздо лучше, чем вафельные. Наполняю начинкой. И посмотрите, какая вкуснота получилась. Для второго варианта беру помидоры черри, нарезанные на четвертушки, сладкий перец, нарезанный кубиками, зеленый лук и тунец. В миске соединяю все продукты, перемешиваю, приправляю солью, перцем и оливковым маслом. Вот такая яркая и вкусная закуска готова. Для третьей начинки половину спелого авокадо кладу в миску, разминаю вилкой, добавляю сливочный сыр, немного лимонного сока, можно посолить и все перемешиваю. Наполняю тарталетки и кладу сверху немного красной икры. Такие тарталетки украсят любой праздничный стол. Готовьте и вы, и пусть вам будет вкусно. Благодарю, что смотрите мои видео. Благодарю за ваши лайки и комментарии. Желаю вам всего самого доброго. Всем пока-пока!